Всем добрый день! Сегодня у нас очередная распаковка. На этот раз связана с креплением для двух мониторов и одного ноутбука диагонали до 15 дюймов. Ну, либо на вариацию на тему. Можно либо два монитора установить, либо ноутбук, ну, либо чередовать там по одному монитору один ноутбук и так далее. Каждый выбирает свой вариант сам. Ну, а в данном случае пришел комплект. Здесь можно сразу же одномоментно установить один ноутбук и два монитора. Все это пришло при помощи AliExpress в течение недели, потому что доставка была из Российской Федерации склада. И пришло это все вот в таком варианте. Единственное, была черная пленка, обклеена данная коробка. Видим, состояние коробки доехало более-менее нормально. И давайте смотреть, что у нас находится внутри, какие комплектующие, из чего состоят, для того, чтобы установить данный вид мониторов и ноутбука. Да, сразу же хочу сказать, что максимальный размер монитора должен составлять не более 27 дюймов. Ну или крайние точки по оси, максимальный охват составляет 8 сантиметров. Ну или 8000 миллиметров, кому как нравится. Поэтому это учитывать нужно для того, чтобы приобретать. Возвращайте часть денег за покупки в AliExpress с кэшбэк-сервисом Letyshops. Это реальные деньги, которые можно вывести на банковскую карту или пополнить баланс телефона. Будьте в тренде. Покупайте с кэшбэком от Letyshops. Ссылка в описании. Итак, давайте вскрывать коробку и смотреть, что находится внутри. А внутри у нас находится инструкция. Здесь обозначен тип данной стойки. Что за фирма представляет, прочитали уже в названии. Да, конечно, тут инструкция по эксплуатации и установке данных мониторов и ноутбука. Есть одна направляющая, которая крепится, как обычно, у нас к столу. Причем стол должен быть толщиной не более 45 миллиметров, ну или 4,5 сантиметра. Вот такой вот крайней толщины должна быть столешница. Ну, чем толще, тем лучше будет крепиться. Кстати, странно, распечатали. Товарищи китайцы, переворотом. Ну, хотя вот так вот удобно пользоваться. Дальше здесь у нас находится еще одна коробка, в которой находятся детали. Такие детали мы чуть позже посмотрим и пронаблюдаем. Так, а что находится в основной части? Ну, это вот основное крепление для ноутбука либо монитора. Ну, здесь крепление предполагает вот такое вот расположение, то есть вот направляющий. Ну, можно как вариант и вот такое применить. То есть либо у вас будет вниз опускаться, либо подниматься от стойки вверх. То есть кто как выбирает. Но правильно стояло, чтобы вот именно в таком варианте, когда у вас был бы подъем. Здесь есть для того, чтобы расположить кабель от ноутбука, либо от монитора. Следующее, что у нас здесь имеется. Ну, это направляющие, либо для двух мониторов устанавливается на стойку. А здесь идут крепежи. Это прокладка силиконовая. И вкручивается винт для того, чтобы надежно установить, чтобы у вас стойка под весом не съезжала. Да, кстати, вес каждого изделия не должно превышать 10 килограмм. Поэтому рассчитывайте. Кстати, можно и больше использовать, имеется в виду диагональ монитора. Но для этого учитывайте, то есть у вас должны быть разные диагонали. Дальше вот крепление. Ну, судя по всему, это подставка ноутбуку крепится непосредственно к направляющей. Дальше сама направляющая, которая крепится к столу. Вот она такого типа. Все достаточно надежно. Причем здесь предусмотрен вариант не только за край стола крепить, но и за отверстие, которое у вас, если присутствует технологическое, непосредственно столешница. То есть можно выкрутить, пропустить в это отверстие и снизу обратно установить это крепление. Ну, либо если отверстие позволяет полностью пропустить этот крепеж, направляющий для того, чтобы закрепить ее непосредственно в отверстие ваше. Ну, вот такого плана. Это алюминь. Здесь напыление пластиковое. Белого цвета и серебристого варианта. Есть еще черный вариант. И внутри еще находятся две таких же направляющих, которые мы видели чуть раньше.
знаний такого же плана. Три штуки. И давайте распакуем еще одну коробку и посмотрим, что находится внутри этой коробки. Давайте продолжать смотреть, что находится в маленькой коробочке. А в маленькой коробочке у нас находится крепление для... Вернее, не крепление, а основа. Ну, основа крепления для ноутбука. Черт, повторяю, диагонали до 15 дюймов. Ну, наверное, 16 тоже влезет. Вот сюда вставляется та часть. Вот, кстати. Все фиксируется. Да, здесь алюминий. А сверху пластик. Пластик к пластику. Есть еще силиконовые вставки. Для того, чтобы у вас все мягко находилось непосредственно в соприкосновении с ноутбуком. Дальше это вот крепежи ведут к мониторам. Здесь снизу винт. Дальше винты для крепления непосредственно к монитору шайбами. Здесь 4 мм и 5 мм. В зависимости от того, какая у вас резьба используется. Да, крепление веса 75 либо 100 мм. Дальше здесь у нас находится фиксация крепежей на стойке пластикового типа. И находятся ключики, причем ключик с крестовой отверткой, так что никаких дополнительных инструментов вам не понадобится, все вы это сделаете при помощи данных. Так, ну и здесь продолжение крепежей для ноутбука представлены, чтобы у вас не слазил ноутбук под собственным весом. И непосредственно сами крепежи мониторов. Причем, если у вас монитор не позволяет, вот такие две штуки, крепежи 100 мм и 75 мм. Да, смотрите, чтобы у вас монитор, если у вас монитор 75 мм крепления, чтобы они не находились в углублении. В противном случае выступающая часть на 100 мм помешает вам нормально установить. Либо нужно будет искать винты длиннее и устанавливать, либо спиливать. Ну, спиливать это уже такое дело. Да, и эти крепежи позволяют не только располагать альбомно ваш монитор, но и позволяют еще и в виде книжки располагать. Так, вот такие вот составляющие у вас будут присутствовать, если возьмете данный комплект крепежа двух мониторов и одного ноутбука, мониторов до 27 дюймов включительно, ну, либо сочетание там 32 дюйма и, например, 17 дюймов и так далее, чтобы в сумме давали 54, ну, я так, чисто, чтобы вам можно было хорошо и удобно расположить ваши мониторы непосредственно перед вашими глазами. Причем крепление веса 75-100 мм, но это стандартное крепление для мониторов. И крепеж ноутбука до 15 дюймов, ну, 15.4. Ну, хотя в настоящее время ноутбуки, у них рамки достаточно тонкие, может быть, и 17 дюймов тоже без проблем у вас поместится. Вес предполагаемый оборудования каждого до 10 кг. Выдержит эта конструкция. Итак, давайте сейчас один вариант я покажу. Это не значит, что это мой вариант. Я покажу здесь на съемочном столе. Ну, а вы уже посмотрите, как это все выглядит при установке данных мониторов. Да, кстати, можете не только сразу же повесить по максимуму оборудования два монитора и один ноутбук. Ну, а можете сочетать, если у вас пока нету монитора, например, можете установить ноутбук и монитор, ну, а в последующем дополнить эту конструкцию уже на монитором. Давайте приступать, устанавливать.
Я вам продемонстрировал стойку для двух мониторов до 27 дюймов весом до 10 килограмм. Также я продемонстрировал стойку для ноутбука до 15 дюймов и тоже до 10 килограмм. Ну, либо в настоящее время, то есть можно использовать и более большие диагонали в связи с тем, что ноутбуки сейчас стараются сделать меньше. Общий вес каждого составляющего это 10 килограмм. В сумме стойка выдерживает 30 килограмм. Столешница должна быть не более 45 миллиметров. И все это закрепляется на столе. Каждый делает свой осознанный выбор. Я свой осознанный выбор сделал. Применение стойки для двух мониторов и ноутбука продемонстрировал вашему вниманию. Всем спасибо за внимание. Кому это было полезно, всем удачных покупок, распаковок. До следующего видео и до свидания.